Дорогие коллеги, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу рассказать о нашем распылителе, который представляет наша любимая компания Гинка. Значит, друзья, классный распылитель. Вот честно, удобней, надежней, пульверизаторов я не встречал. Удобно лежит в руке, не выскальзывает, очень тонкое распыление у распылителя. Здесь воды его нет, это новый распылитель. Распылитель не могу вам показать, но поверьте на слово, очень-очень хорошо распыляет, долго служит. Мой уже служит, дай бог, года три. Я достаточно бережно обращаюсь с инструментом, поэтому у меня все держится достаточно очень долго. Вот, значит, давайте мы его раскроем, раскрутим. Да, то есть вот такой вот у нас шнур, да, то есть да, для воды достаточно, видите, он такой, трубочка такая, да, то есть она достаточно длинная, то есть вот видите, то есть вода всегда у вас будет полностью забираться из распылителя. Вот, ничего не срывается в плане резьбы. Вот сколько уже свой наполняю водой, хоть бы хны, все держится. Вообще стоящая вещь. Советую, рекомендую всем, друзья, берите. Да, цена его сейчас вот на сегодняшний день там 350 рублей у нас в магазине. Ну, поверьте, оно того стоит. По сравнению с другими китайскими распылителями, он стоит этих денег. Никогда не жалейте денег на хороший, качественный инструмент, если вы хотите работать им долго, не совершая никаких скачков, скажем так, в инструментах, да. Вот, возьмите один хороший, качественный инструмент, да, и пользуйтесь им долго. Ну, а там, собственно, захотите что-то поменять, ну, пожалуйста, конечно, меняйте что-то на что-то новое. То есть я не призываю вас, конечно, полностью, то есть купить его там и все. Но как показывают, допустим, мои продажи, как показывают, допустим, общение с коллегами, я вам могу сказать честно. Вот мы на выставках много раз, у нас коллеги берут данные распылители, большинство довольных и говорят, что продайте нам чуть ли не 2 и 3 там с других городов, когда приезжают. То есть только-только дайте нам ваши любимые распылители. Вот, поэтому будут вопросы по распылителю, там отвечу, спрашивайте, не стесняйтесь. Да, кстати, вот забыл вам сказать, это у нас предохранитель. Такой вот. О нем что-то я забыл вам сказать. Заговорился, нахваливал. Вот. Поэтому спрашивайте, не стесняйтесь. Я буду вам рад поделиться своими наработками, как я использую, что, как я его кручу. Зачастую, кстати, вот, когда воды много, бывает его так раз и перекручиваю через палец. Тоже, кстати, очень удобно, да, и эффект на клиентов производит достаточно такое хорошее. Рад был вас всех видеть. Спасибо, что вы смотрите мое видео. Пишите, всегда рад. Ваш Дмитрий Каждан. Спасибо.